та же история там. Она немножко под другим углом, но... Под более жестоким. Да нет, просто другие. А что было не жестоко в 90-х? Гибли там пачками просто. 90-е еще никто не описал. Это свинство, конечно, бесконечное, и это минус Путину огромный. Этот Ельцин-центр, который надо просто разбомбить, он весь стоит на крови. Это, конечно, количество погибших людей. По-моему, даже не подведена окончательная статистика, сколько это людей погибло, а это, не по-моему, это, просто какие-то страшные цифры. Мне кажется, что да, Сталин отдохнет, мне кажется. Вот. Мне кажется, и Великая Отечественная, может быть, где-то подвинется, потому что и там и погибли же пассионарные люди, те, кто цвет нации, как обычно. Да, потому что интеллигенция оказалась просто вообще вдруг выключена из этой цепочки, потому что, как мы в начале беседы с вами говорили, ее-то и вырубали, как позвоночник. Абсолютно, и заметь, что вся эта гнусь, которая вот это все замешивала, она сейчас и сдриснула первая в лице там того же Чубайса там. Но это действительно гнусь, он Чубайс сволочь, понимаешь, вот он просто сволочь. Вот при всех этих. Я потом всю дорогу это говорила.